компания Webpack. Представляю вашему вниманию прозрачные мешки, изготовленные из полиэтилена среднего давления. Размер данного мешка 100 на 160 сантиметров, толщина 25 микрон. Пакеты имеют матовую поверхность и типичное шуршание. Материал прочный и немного эластичный. Это универсальное в применении упаковка. Используется для хранения и фасовки штучной и сыпучей продукции, пищевой и непищевой. Может применяться в качестве вкладышей для коробки. Пакеты обеспечивают хороший обзор содержимого. Защищают товар от влаги и пыли. Герметично запаиваются с помощью упаковочного оборудования.